Короче говоря, я решила начать новую жизнь. При поддержке группы Vine Video. Сегодня никак не могла уснуть. Думала, зачем я живу, потом думала, почему я живу, потом решила, что я неправильно живу. Был час ночи, решила, что нужно начать новую жизнь. Думала, почему у меня нет парня. Потом про пингвинчика, про пони, про белую пони. Было 3 ночи, нужно спать. Завтра новая жизнь. Звенит будильник. Новая жизнь, новые правила. Но правило полежать еще 5 минут решила не трогать. Читала, что правильно завтракать овсянкой. Отложила колбасу. Чуть не померла, но съела овсянку. Пошла делать зарядку, включила классику. Слышала, что так правильно. Чуть не уснула под нее. Хватит зарядки. Зашла в контакт. Вспомнила, что нужно жить без соцсетей. Нужно удалить страничку. Загрустила. Решила в последний раз зайти на свой любимый паблик. Поставила прощальные лайки. Написала в комментариях, что удаляю страничку. Мне написали, что всем пофиг. Потом попросили скинуть голую фотку. Фу, какие. Новая жизнь, новые жертвы. Погладила рукой страничку. Нажала кнопку удалить. Чувствую себя сильной. СМС от подружки. В городе грехов про тебя пишут. Черт, восстановить страничку. Ну и что тут пишут? Опять фотки просят. Так, напишу в поддержку, чтоб не разрешали мне восстанавливать страничку. Нужно заняться йогой. Приняла правильную позу. Скучновато. Начала кувыркаться. Блин, я же взрослая дама. Теперь добрые дела. Сделала кормушку. Повесила на балконе. Я такая молодец. Воробей ударился об стекло. Господи, я забыла открыть окно. Нужно почитать умную книгу. Умнее рецептов ничего не нашла. Научилась французской кухне. Но в другой раз, а пока сделала бутер. Так, нужно развить духовность. Пошла на море думать о вечном. Купила хлеб, покормлю чаек. Чайки не прилетели. Скушала полхлеба сама. Ко мне подошел парень. Наверное, хочет познакомиться. Познакомлюсь с ним. Это новая жизнь. Он спросил: моя мама случайно не кондитер? Ну уж нет, с таким я и в загробной жизни не познакомлюсь. Он еще сказал что-то там про конфетку. Я ушла. Увидела влюбленную парочку. Они держались за ручки, а я держалась за хлебушек. Обидно. Ну ничего, перевернется и на моей улице грузовик с красавчиками. Пошла гулять по аллее. Везде очень вкусно пахло. Но мне нельзя. В прошлой жизни я была слишком жирная. Увидела парочку, которая вместе кушала хот-дог. Вот скоты. Специально передо мной едят. Пошла к дому. Увидела красивого мальчика. Ну вот, уже что-то приятное. К нему подошла девочка. Они обнялись. Да что ж за твари бездушные? Неужели нельзя было просто сказать привет? Я расстроилась. Купила себе пиццу. Первая пицца в новой жизни. Довели, гады. Пришла домой, легла на кровать. Пицца вкусная, настроение улучшилось. Позвонила лучшая подруга. Сказала, что начала встречаться с мальчиком. Это было последней каплей. Лежу на кровати, жру, смотрю сериалы, плачу. И почему тогда на море я не ответила, что моя мама кондитер? Короче говоря, я решила начать новую жизнь.